А что если, я не знаю, как называется это видео. Вот на ходу и придумали. Драка продолжается, палка с формы, все работает, зомбаки бегают, жесть. Ну ладно, го, вот так сделаем. Это настолько тупо сейчас было, но это работает, пацаны. А ты что, на Каолине? А что вы будете бить, интересно? Что они будут бить? Они даже и бить, они дефить не могут даже. Все, мы в ХГ зашли. А из Том и Томба еще стоит, они просто не подходят, не могут ничего. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». Вот на ходу и придумали. Сегодня у нас, ребята, очень интересная игра. Сегодня у нас максимально лютый пул. Это пул у нас нереальный. Репик. Репик. Сделай на бонике. Хорошо. У нас сегодня лютый видос. Сегодня мы посмотрим, что будут атаковать оппоненты, когда увидят зомби-томбу, створмы, палку пугны, змейки шаманов и, конечно же, яйцо феникса. Что они будут атаковать? Мне интересно, что они будут атаковать. Посмотрим, проверка оппонентов будет, так сказать, что оппоненты будут атаковать в драке, когда начнется суета. А суета начнется очень-очень лютая. Итак, ребят, у нас уже готовятся крипчики, уже скоро будут выходить. Что там написала, кстати, сообщение красное написала. Скоро обновление сезона. Обязательно смена пароля для всех юзеров. Да, но это некоторые, наверное, все равно не в курсе. Надо менять, не надо менять. Зачем менять, спросят они. Менять нужно, ребятки. Нужно менять пароли. Еще куру сделал. Две куры зачем? Вот так вот сделаем. Одну. СПС. Наша задача в этой катке это максимально посмотреть, что оппоненты будут делать. Что они будут делать, кого они будут атаковать. У нас пик, смотри какой. Что они бить будут? Томбу? Или яйцо? Или что? Или палку? Или тебя? У них пик ППЦ, изи пик. Я сломаю, если что. Если что, я сломаю. Ребят, спасибо всем, кто поддержит. Обязательно поставьте лайк за это видео. Обязательно подпишитесь на YouTube канал, чтобы не пропускать такие видосы. И конечно же, ребята, не забывайте подписываться на ТГ канал. ТГ канал, ссылочка в описании. Также, если вы не успеваете на стримы или успеваете на стриме в 19 по МСК и смотрите стримы, но хотели бы пересмотреть стрим, есть Boosty. У меня Boosty есть, ссылочка внизу в описании также имеется. Подписка на Boosty есть платная, есть бесплатная. Кому как удобно, подписывайтесь и смотрите стримы в разделенных каточках. Я каточки там разбиваю и, конечно же, по каточкам можно пересматривать. Спасибо всем, кто поддерживает от души, ребят. Поехали, крипчики у нас пошли. Наша задача сейчас в игре, конкретно на миду, это мидера унизить. Это, конечно же, must have. Мидера просто уничтожить надо. Можно сразу начинать его тычковать по чуть. По чуть. Главное, подластхищивать еще. Тини там потеет, крипа уводит, добивает. Молодчиночка. Маплежа, говорит. Шаман. Я неспроста решил сыграть на шамане, потому что на шамане, в случае чего, я смогу хотя бы как-то повлиять на исход игры своим пушем. Хотя бы как-то. Потому что нужно будет как-то ломать, да, игру. У нас пик такой. Интересный. Интересный пик. И нужно будет как-то влиять на пуш. А как нам пушить, если на шамане слабенький игрок? Я могу нормально сыграть на шамане. Нужно постараться, правда. Этого не добью никак. Вот этого можно добить, потому что там хп не хватает. Оп, хорошо. Пойдет. Сейчас по чуть. Будет у нас тиник хп. Он нулик взял зачем? Зачем нулик берешь? Хорошо, что он переагрил. Хорошо. Можно по чуть-чуть наглеть уже на него.
По чуть-чуть наглеем, ребят, на Тиника. Хорошо, первое, что купим, это батлыгу. Так, батлыгу мы, естественно, не купим. Ну, давайте купим так. Хорошо, потычкуем немного. Чуть-чуть потычкуем. Хорошо. По крипстату все ровненько у нас. Сейчас, наверное, себе куру купим соло, да? Калин уже бежит. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Хорошо, как я вовремя заметил эту контору. Хорошо, курочка соло есть у нас. Курочка соло. Курочка соло у нас есть. Давайте захилимся, потому что там Каолин бегает. Да, вот он бежит уже. Чуть побьем его. Хитрый Каолин. Пришел гангать. Хитрый Каолин. Так, ну Тиника надо убить. Хотя бы разочек. Хотя бы разочек надо его убить. Но Каолин просто моросит. Будет очень сильно мешать. Не надо меня кидать. О, полетели, называется. Калин поддержит, это будет ГГ. Хорошо. Там 120 маны, между прочим. Не заберет. А я могу помансить еще и попробовать забрать его. Попал. И... Эх, ну тут уже не достану. Кто мою куру забрал? Это печально, что мою куру забрали сейчас. Мою... Кура, куда? То есть, забыл офнуть, куру забыл, и теперь у меня проблема. Мой курьер улетел, ребята. То есть, я хилку должен себе принести. Если из-за этого сейчас мид прокосится, это будет очень плохо. Очень плохо. Так, ну на топе надо руну забирать. Я такой лоу-хэповый, там на топе по-любому будет Каолин. На низ сбегать, давайте пробуем. Пробуем на низ сбегать. Внизу вроде никого, там тускары какие-то, да? Каолин ходит, Каолин роумит. Вот это пугает на самом деле. Пугает. Так, монетка хотя бы. Это с Тини. У Тини активная руна какая-то. Возможно, инвиз. Типа, ну, по-любому повезет, инвиз выпадет. Пацану. У меня 500 хп. А, вон он. Пошел. Опача. Фидеры, получается, в команде. Да, правильно? Правильно? Правильно. Правильно, фидеры в команде. Но ситуация сейчас такая. Если Тини я не убил, Каолин мешает. Тини я не убил, мешает Каолин. Причем не очень он такой парень. Мешает прям. Так, у меня есть немного... возможности сейчас побить Тиника. Хорошо. Эх, Тинику не домогнуло. Прикинь. Да. Собьем щит, чтобы просто бил с руки. Жесть. Не дают жизни. Не дают спокойно стоять. Второй раз, пятая минута, второй раз приходит. Эх, Вивер не заберет, жалко. Ну пока ровно все. Камбэкнем, я думаю. ТПшка, вот такую штучку возьмем. Главное пока фармить, ребят. Фармим, все будет огонь. Там, кстати, руна сейчас будет. Сейчас пойдем руну забирать. Оп, хорошо. Молнию на макс. И занимаемся грязью. Молния на макс, занимаемся грязью. Надо змеек поставить в этого, Тиника. Будет офигенно. Он Каолин опять пришел. Что-то хочет. Каолин пришел. Сейчас Тиник по-любому придет. Вот веселый мид. Мне главное не фидить, чем я, в принципе, занимаюсь. Во-во-во-во-во-во, пошло дело. Ух ты, возвращает еще. Да ты посмотри. Тиник, брат.
Финик, брат. Сейчас Калин вернется. Он камень уже ставит. Да что ж такое? Что ж такое-то? Не могу сетку взять. О, взял. Души его. Хорошо. И бесплатная мана у меня еще идет. Давайте вот так сделаем. Вот так вот сделаем. Жесть, суета на минду, да? Опа, и ты туда же. О, хорош. Чё хотели, непонятно. Суету на миду делают, пацаны. Суету на миду делают. В итоге суета такая была, что в итоге фиданули. Найс, пацаны. На хена нападают. На хена нападают они. Вот сейчас, видели, стояла томба. Стояли змеи. И что делать? И непонятно, что делать. Кого убивать? Но хена убить надо. Как это? По-другому не надо вообще ничего. Нет. Хена надо убить. Главная задача убить хена. На шестой минуте трипл килл, хорошо. Хена убить надо. На бесплатную ману много там заюзал всего. Хорошо. Что-то никого на карте нету, да? А, выбегает такой. Отстань от меня. О, господи, дядя. ДДшка, хорошо. Что они хотят от меня? Коу, его. Только Слардар, кстати, не пришел. Попробуем. Гоу с Лардаром. Но не под Т-шку, вот там вот. Там вот попробуем. Ух ты. С Лардара. Прям под Т-шку погнали, пацаны. Гоу, я потанчу тоже. Герой не дает сетку. Видели? Влево-вправо, влево-вправо. Не дает сетку. Ну ладно, ладно, пойдет. Видели, он прям там в уголке зажался у меня персонаж. Жесть, непонятно произошло. Вообще не дотягивался герой. О, смотри, там тени еще. Смотри, что происходит. Вот этого, давай Таракановича. Пятый левел, 150 маны. Души его нафиг, сетка на фул. Хорош. Кого бежит? Ой-ой-ой, так, пошло, пошло дело. Так, ну я тут ретируюсь, потому что пешек у меня немного. В принципе, можно вот этого забрать. Томба пошла, смотрите, под томбой не знаю, что делать, но маны жалко нету. Но с руки можно бить. Вот этого задушим. Сначала Тускара, потом вот этого можно. Маны нету. Там задушат. Что бить, когда за тобой бежит толпа зомби? И еще, блин, свормы летят. Это же жесть какая имба. Так, ну у меня есть юл почти. Красава. Угна палку, по-моему, вообще не качает. Что я палку еще ни разу не видел. Я Б. Хорошо, вот так сделаем. Я Б пойду схожу, пусть пацаны фармят. Так, пугна четверка. А, четверка палка, да, даже? Неплохо. Это хорошо. Лучшим. Г. Опа, найс, юльчик имеется. Блин, такой кайф, юл уже сделал. Вон, гоу помогать. Оп, хорош. Сюда. Как я люблю шамана, он так дизейблит люто. Так люто дизейблит. Мана не хватит. Пойдет. Пойдет. Лучше так, чем никак. Хорошо. Go туда. Жесть, это что вот это вообще тут? Ну, жалко, что, конечно, ну, не в пуш, но задача была забрать... Забрать с Лардара.
100%, потому что он фармит, причем его никто не трогает. Никто не трогает. Сейчас вивер там чуть-чуть соберется. Вот командно начинаем душить, да? То есть они не знают, что делать. Какая многозадачность получается у оппонентов. Ух, внизу там, смотри, что. Там палочника нашего убили. Просто уничтожили. Я ушел. О, Калин идет еще. Блин, я на камень прям иду. Да что ж такое, траектории не читаю. Но я тут, скорее всего, умру, да? Юл может, конечно, перевернуть. Да что ж такое-то? Юл можно нажму сегодня? О, хорошо, собирай. Собирай, собирай. Я продамажил как смог. Две панды. Хорош. Красава. Вот это хороший размен, ребят. Отличный размен. Пятером, гоу, парни. Мид, ща. Все будет. Палки ставьте. Томбы и гоу. Просто. Давим. Давим просто. Лордар почти армлет сделал. Но он просто фармит. Вот сейчас плохо, что я умер, но у меня варианта там уже уходить никуда не было. Давайте, знаете, что сделаем? Вот это вот так вот сделаем. Погнали. Палку ставишь, томбу ставишь и поехала. Хорошо. 11-й я не буду ставить тут с 11-го, тут в Т2. Т2 зайдем спокойно. Опа, 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 дело пошло. Там столько закидона на самом деле. Гоу его. Виверу ГГ. Жесть. Ну с руки хотя бы. Хорош. Отлично, жесть, я хорошо сделал сейчас. Очень хорошо сделал. Так, не достаю. Куда, куда Тини сейчас прыгнет, дядя? Тини прыгнет, дядя. Сделаем вид, что я дурачок. Там армлет на слардаре. Печально. Ну, даггер у меня есть. Ты какой. Какой он? Бегунчик. Вот этого хочу. Сосу, сосу. Оп, есть. Хорошо. Надо на базу. МП нет. Я на базу схожу лучше. Дагерочек у нас имеется. Дагерочек. Хорошо. Блин, активная игра такая получается. Кого внизу фарманем? Внизу фарманем. Левел апнем. Тини даггер это плохо, конечно. Но у нас тоже есть много чего. Я еще подфармливаю допом. Не забывайте, вот если вот такая катка, да, иногда отлучиться. Вы видите, у вас 12 левел уже. Отлучитесь. Буквально две пачки крипов. Две пачки. Я вам говорю, это вам пользу принесет. Чем принесет, спросите вы? Тем, что вы очень быстро апните уровень и дополнительно прокачаете способность. Это даст вам небольшое преимущество. МП. Хорошо. МПшка есть, дагерочек у меня, есть клоака, чтобы жить. Хорошо. Гоу. Пен ультует и по кайфу там. Они на топе, гоу, мид. Вообще по кайфу. Я на базу не ходил, ух ты, смотри какой. Я зацеплю сейчас кого-нибудь. Там Тини на топ я не прыгну туда. Хорошо. Плохо, что я танчу тут. Мне нельзя много танчить.
Танчить много мне нельзя. Так, томба есть. Я тогда вот здесь вот так поставлю. Да пусть работает. Пусть работает. Все слили просто. Хорошо. Все просто слили. 6. Просто если все ставим, там вообще это не контрится как будто. Пацаны в шоке. Они просто отходят, они не знают, что делать с этим. Да я бы и сам не знал, что тут делать. Мне МП, мне. Бей. Вовремя шаманчик пришел, да? Вот этого бы еще чем-то. Хорош. Ой-ой-ой, как вкусненько, блин. Избиение просто в сеточке. Я еще и фраги забираю. Это вообще законно. Ой-ой-ой. Блин, это офигенно. Шаман офигенный персонаж. Душит по-страшному. Хорошо, ломаем. И Т2 пойдем сейчас. МП наполнится. Хорошо. Вот сюда сейчас пойдем. Как по кайфу, у каждого свой курьер и вообще никому не мешаете. Так, нужно будет сейчас прыгнуть, от этого пацана засеточнить. Оп. Я хекс дам, потому что там чувачок. Оо, пугна что-то далеко запрыгнул. Ну ломаем, нормально. Прессинг лютый. Зомби и так по себе суету наводит, да? Сам по себе персонаж такой, суетабельный. Так, еще тут томба, прикиньте. Так это ж вообще имбово. Томба, змейки. Что делать, непонятно. Змей я, наверное, уже не буду ставить. Только в крайний момент. Феникс не ультанул, но видел. Не знаю, почему он не захотел кнопки жать. Он же видел, что Тиник будет прыгать. Можно было самому Фениксу вообще желательно нагло работать. Нагло прыгнул, задушил. Пойдет, пофиг. Давайте отойдем. Если что, подфармим тут вот так возьмем. Раз. Хорошо. Два. Пользуемся змеями шамана на все 100%. Если уже такие змеи поставлены, то надо аккуратненько зафармить. Хорошо. ББ. Низ у нас кто-то спушил с лордар, да? Пойдем на низу рунку заберем. Феникс побаивается немножко, видно. Чуть-чуть побаивается. Сразу, если что, змеек закину. Че там, реген? Реген я заберу. Плюсану. А то тут так сделаем. Т2 смело можно идти, мне кажется. У меня чуть-чуть есть золотишки на этот. Да, аганима чуть-чуть не хватает. Нам надо внизу сейчас просто суету навести. Реально суету навести. Так, КД пока что. Сейчас вивер, мне кажется, сдохнет. Тини на прокаст его возьмет и все. Я знал, что он сдохнет. Вот чувствовал. Туда. После ББ. Он на ТП уходить будет. Сюда зашел, телепорт выезжать. Уже. Хорошо. Так, ну 300 золота. Вивера. 100 золота. И аганим уже есть. Аганим очень хорошая вещь на шамане. Очень сильно бустит змей. Змей реально очень сильно бустит. Нам нужно Т2 ломать. И по чуть хайграунды пойдем.
По чуть хайграунды пойдем. Хорошо. Но тут плохо, что никто не отпушивает. И на топе очень много фарма. Надо желательно продать ботл сейчас. Ждем. Сейчас фридут. Когда Слардар купит дагер, начнется проблемно. Ситуация будет немножко тяжела. Лотар. Кини. Сало мне далось. Баг. Вот это баг сейчас. Хорошо. Забрал его. Я Юл, правда, отдал, да? Это ГГ. Это ГГ, я Юл отдал. Нафиг надо было Юл под сейвовый отдавать. Ну, Вивер подойдет, заберет все. Драка продолжается, палка с формы, все работает, зомбаки бегают, жесть. Ну, в себя размен принести, так сказать, на такую тему норм. Норм. Если такая драка, пойдет. Лотар, Тини. Если что, ребята, Лотар, Тини. Напоминаю пацанам. Жесть, ну ворвались так. Молодец, Каолин, что не забоялся, да, и подкатил, как говорится. Блин, на топ не смогу выйти. Надо на вот этого прям змей закидывать. Даггер, Слардар. Прям не бояться. Прыгать. Слардар оставить змей и все, огонь. Вообще все равно. На подфарм. Либо пуш, либо на подфарм. Ставьте змей. В любой непонятной ситуации. Будет все, огонь. МБ варды. Гоу. Их лес. Надо вот это продавать, ребята. Два телепорта. И погнали. Два телепорта и погнали. Хорошо будет, если сейчас день Слардара в лесу поймаю здесь. Я в него змей в тупую поставлю. Змей в тупую поставлю. О, вон он. А, это иллюзия. Wow. Хорошо. О, какой сайленс. Жесть, ребята. Какой сайленс. Хорошо. Одного поймали таракана. Да, тащит он его. Го вот этого. Ой, как хорошо, еще тут поймает его. Сюда! Просто, прикиньте, сосание плюс палка. Куда собрался? О, там еще вон, как Алинка. Оп, сюда, дядька. Оп, хорош. Найс. Каолин вообще там грязь делает, да? А что если... Пойдет. Всех сеткой убил. Фармим. Да, везде дерьмо понатыкано, куда не пойдешь. Так, я взял себе глиммер. Next я возьму себе... Вот ты куда туда идешь? Вот зачем? Ты туда ж, там же ж умираешь. Там же ж умираешь, дядь. Шестнадцатый левел имеется. Не успел, если честно, на речке змей подконтрить. Не очень успел, выразимся так. Тревел надо. Уйдите. Что вы делаете? Сейчас ребята бестолково фидят. Фидить нужно в тиме. Тогда это не будет считаться фидом. Запомните. Если вы играете и умираете в драке, это не фид. Если вам кто-то будет говорить, что ты фидишь, там, будучи играя, да, в драке, это не фид, пацаны, запомните. Это не фид. Ребята там дерутся, я очень далеко. Я очень далеко. Ля ты какой. Ты шо? Ты шо? Не пугай так сильно. ТП, ТП, ТП. Уже поздно. Так, у меня есть змеи. Не дофармил отрывала. Так и не ушел, да, парнишка? Так и не ушел. Погнали на топ. Он еще держится, блин, можно помочь еще ему. Еще держится, но уже все, не продержался. Все, что змей поставим сейчас. Пятером.
Да, зомби там не знаю, что ждал. 100 хп, туска. 200. 200 хп, тускар. Можно было прыгнуть, попытаться. А уже нет смысла. У него по-любому уже дагер есть. Я просто прогулял уже, побоялся, что вдруг еще тини. Нужно лучше отойти, вместе лучше. Вместе лучше. МХ говорит, не надо, дядя. Мое МХ подсказывает мне, что не надо. Гоу. Го, драку. Го, ЛЗ. Зайдем. Погнали. Ух ты. О, здорово. Я все хп потерял. Восстановили. Видят. Такой Каолин. Тараканистый. Смотри, смотри, стоят. Хорош, сюда. Ребята поддержат тут. Крайне далековат, конечно, но Пен не успевает нажать ульт, к сожалению. Но деремся. Деремся. У-у-у, зомбики-томбики пошли. Зомбики-томбики. У меня маны нету, погнали туда. Мне кажется, еще какие-то вот такие вот загулы от Слардара могут быть. Сейчас в мид просто кинем змей. Феникс не успевает нажимать ультимейт. Просто сливают его. Не успевает. Так, 50 маны. Сейчас будет все, ребят. Сейчас минус мид будет. Хорошо, ломай эту контору. Тэшку сначала. Потом все остальное. Сначала тэшка, потом все остальное. Левый барак, потому что левый барак не регенится. Хорошо, мид я снес. Уходим. Б. Найс, там и томба еще стоит, они просто не подходят, не могут ничего. Б. Да нет там смысла, все, нет там контента уже. Нечего там, нечего там вытаскивать. То есть, самый легкий хайграунд в моей жизни был только что. Жесть. Сейчас, наверное, гем возьму, ребят. Тревел есть, гем, наверное, возьмем. Томбу вообще они не ломают, да они не подходят банально. Надо, чтобы Феникс первый начал. Пен. Пен должен залететь. Я туда, змей, и вы по палке. Все, вот такая комбинация должна быть. Феникс побаивается немножко, но его просто сливает, не успевает он. Го поинт бустер купим. Чуть-чуть маны, в Октарин будем выходить. Низ Б. Низ Б. Вижу, вижу, мое МХ подсказывает, что вниз кто-то идут. 2-3 героя Тини вот здесь и Слардар. Самые активные герои всегда будут стараться вас убивать. Это логично. Го, низ. Пятером. Опять палки, томбы, свормы. Блин, это работает на самом деле, оппоненты не знают, что делать. Они боятся. Там, смотрите, аганим на панде появился. Фен, если залетит, вот на фена байт, изи. Опа, смотри. Опа, опа, опа. Это иллюзия, что ли? Так, я задизейблил их. Ты куда пошел? Ты здесь остаешься. Ты здесь остаешься. Слардарикса! Молния ему можно? Ай, не получилось. Хорошо. Найс. Хорошо.
Жестко. Киник словил. Да, ты Ирак. Ясно. Че там лежит? Скролл-порты. Порт. Халява. Сезон ГГ. Это ласт. Халява, телепорты. Парни, го, ждем ульт фена. Чуть. Фен влетит. И туда все поставьте рядом. И все получится. Тут ждем. Тут ждем. У меня все есть уже. 25 секунд, и мы атакуем. Ты смотри, палочник там что делает. Видели палочник какой? Хорошо. Гоу. От тебя, Феникс, брат, зависит все. В тупую влетай туда. Хорош. Ну ладно, го, вот так сделаем. Это настолько тупо сейчас было, но это работает, пацаны. Да ты что, на Каолине? Они... А что вы будете бить, интересно? Что они будут бить? Они даже и бить... Они дефить не могут даже. Все, мы в ХГ зашли. Жесть, что это? Просто отдают хайграунд. Го драться. Куда полетело? Хорошо. Жесть, просто хайграунд отдают. У них не получится ничем дефить. Я не буду там драться, я пойду дефить. Чем дефить? Они не смогут подраться. Еще раз так на топе сейчас заходим, это ГГ. Вообще жестко. Реально очень рабочая стратегия. Очень рабочая. Хорошо. Это прикольно, ребят. А что если не знаю, как называется это видео? Это жестко. Этот бегает там, тараканится. Сейчас Октарин купим уже, я думаю, по кайфу будет. Блин, это круто. Вообще, я думал это видео назвать, а что если многозадачность? Но многозадачность подразумевает еще много других моментов. Многозадачность будет, когда мы мипа будем контролить впятером одного. По всей карте будут мипы бегать. И можно будет портоваться каждому мипарю. Вот это будет видос прикольный. Вот это да. А так хз. Хорош. Да и смотри, там что там бегает. Зомбака удушивают. Ты 9 секунд ТП, дядь. Летающая рыба. Убили таки зомби. Зомбака таки убили. Эх, ничего не залостхитил. О, фидят пацаны. Куруго Магас. Туда также. Залетим. И все. Чисто, знаете, если вы не тянете. Спасибо за подписку. Спасибо всем, кто подписывается, ребят. Поддерживает от души. Каждому респект. Спасибо, парни. Вот. И... В чем фишка? Если вы не тянете даже файты 5 на 5, то вы можете делать такую комбинацию, спокойно и вы выиграете игру. О, здорово. 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 Подожди. Не успел ничего сделать. Так не дал Октарин дофармить, таракан. Так и не дал Октарин дофармить. Вот и я попался. Первый раз за всю игру, вот и я попался. Первый раз за всю игру. Причем мог даже выжить тут. Не успел. Первый раз за игру. Попался. Жесть, как они хреначат эти змеи. Но может сейчас Октарин тут дофармлю. Ждем меня. Короче. Печально. Если бы там, да, БКБ он не прожимал, он бы, скорее всего, отлетал там.
Первый раз за игру вот так попался. И это печалька, ребята, это печалька. Хотел добить Октарин. Ну ладно, это добавляет изюм в игру. Хотя красиво было бы с двумя смертями закончить эту катку. Потому что две смерти это очень мало. Тем более на шамане. Против такого пика, посмотрите просто. Но я, по-моему, здесь не доконтрил змей. Не знаю, я пока опустился с воздуха в анимациях, на перекликах. Змею, вернее. Третий спелл. Третий спелл не доконтрил, по-моему. Может, гем? Сейчас на топ ТП даю. О, Слардарикса. Виверу ГГ. Помоги, рачок. Да, начинается у нас фит соло. Фит соло начинается. Они так могут сейчас и перехватить инициативу. Свое русло. Направить игру. Вот этим фидом, да? Сейчас Октарин будет уже. Есть Октарин, отлично. Опа. Хорошо. Можно было там зацепить, но что-то как-то я зассал, если честно. Надо было туда змей ставить, все. Я зассал. Не оценил ситуацию должным образом. Сюда, ребята. Жалко, байбека нету. Но есть Октарин зато. Хорошо. Don't worry. Be happy. Тут опс. Опа. У них главная задача будет, скорее всего, прыгнуть в меня. У меня очень важная роль. Я могу в тупую подставить змей, и все, это будет ломать. Сендряки есть. Снимаем, снимаем его. Снимаем. Спину заходит Слардар. Селю отка. Селю отка идет. Гоу, селю отку. До БКБ нажимаем кнопку. Оп. Все. Пусть байбекается. Селю отку забрали. Ой-ой-ой. Хорош. О, сейчас тут драка будет, да? Дядь, ну ты что? А где Тиник? Не будем церемониться. Но это ГГ. Ой-ой-ой, как Тини прыгает. Но неуязвимость там. ГГ. Да ты чё, палочник? Пей палочника. Хорош. И тебя обей. Пока топ там пушится, можно спокойно тут порофлить. Вот этого сюда. Он, скорее всего, улетит. Да, не успеет тут без хикса не забрать. Оп, хорош. Блин, на самом деле получилось прикольно по видосу. Реально рабочая тема, но мне кажется, не хватило немного реализации. В том плане, что все-таки один раз только внизу мы это сделали, да? Получилось у нас внизу это сделать, вот эту всю тему. Один раз. Но это работает. Это работает. Пробуйте с друзьями, ребятки. Прикольная стратегия на самом деле. Рекомендую. Реально получается прикольно. Реально получается прикольно. Пена душит. Ты посмотри, с руки бей его. Рыбешку эту. GG. Ребят, вот такой получился у нас видос. Простенький, быстренький. В принципе, даже немножко была оппозиция, но не настолько жесткая, как мы можем себе представить, да? И, не знаю, напишите свое мнение по поводу этой игры. Получилась ли у нас эта задумка или нет. Поэтому все, ребятки. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ксаназос и до скорого.